Дочь супругов Линч, пятилетняя Брук, пропала из местного торгового центра. До сих пор так и вижу ее, маленькую девочку. Центр поиска пропавших детей недавно опубликовал компьютерный портрет Брук в возрасте 35 лет. Безумный психологический триллер. Мне кажется, я ваша дочь Брук. Кто это? Это не розыгрыш, меня зовут Нэнси. Подозреваю, мать похитила меня 30 лет назад, это многое бы объяснило. Давайте встретимся как можно скорее. Андреа Райсборо ошеломительно. Я нанял частного детектива, он проведет анализ ДНК, задаст пару вопросов. Результаты будут через 2-3 дня. Я убеждала себя в том, что ты попала в хорошую семью. Мы очень давно ждали встречи с Брук. Я не хочу, чтобы ей было больно. На удивление, оригинально. Помнишь, она на гвоздь наступила? Может, шрам остался? Это что? Ты что задумала? Бека, ты так изменилась? Ты не все знаешь. Что происходит? Не все знаешь обо мне. Мощный режиссерский дебют. Нэнси, все в порядке? Больна. Нэнси! У меня вечно все отбирают. Нэнси! Стой! Как ты могла так поступить? Нэнси.